Здравствуйте! Сейчас ранняя осень, замечательное время года. Погода еще теплая и солнечная. Не хочется думать о зиме, но она уже не за горами. Поэтому стоит подумать об отдыхе зимой и особенно на зимние каникулы и Новый год. Известно, что когда жители Торонто задумываются о поездке к солнцу в декабре-феврале, прежде всего в мыслях возникают Куба, Мексика, Доминиканская республика. И это понятно. Великолепные кубинские и доминиканские пляжи, замечательный сервис в отелях Мексики, очень теплый океан, пальмы, солнце и разумные цены. Но я бы предложила попробовать отойти от стандартных решений, ведь в том же Карибском бассейне есть еще много красивейших островов. Например, остров Гренада. Волшебный остров, словно предназначенный для уединения ищущих тишины и покоя путешественников. Изрезанная береговая линия, коралловые рифы, удобные бухты и множество уединенных пляжей. Там расположен один из известнейших в мире пляжей – Grand Anse Beach. Внутренние районы острова занимают густые тропические леса, горные цепи, реки, водопады и красивые озера. Второе, неофициальное, но очень точное название Гренады – остров пряностей. Действительно, здесь на площади в 1 гектар выращивается значительно больше пряностей, чем где бы то ни было в мире. Гвоздика, корица, имбирь, шафран и многие другие. Больше всего здесь производится мускатного ореха. Я бы обязательно уделила внимание Коста-Рике. С ноября по апрель там сухой сезон, а дожди начинаются с мая. Очень живописная природа. Я бы сказала, что отдых в Коста-Рике прекрасно подойдет для тех, кто любит не только поваляться на пляже, но и посмотреть что-то интересное. Это направление номер один в Центральной Америке для экотуризма и приключенческих туров. Это и джунгли, и водопады, термальные грязевые источники, вулканы, речные круизы. Во время этих туров туристам показывают удавов, крокодилов, обезьян. А какие там красивейшие попугаи! Трудно выделить какой-то один регион или стиль отдыха в Коста-Рике. Здесь завораживает все. И спокойный, что не совсем традиционно для Латинской Америки ритм жизни, который местные называют «пюра вида» – «чистая жизнь». И укромные уголки первозданного рая, затерянные где-то в дебрях национальных парков. И совершенные для серфинга волны, и изумительные пляжи. И все это на фоне отлично развитой инфраструктуры. Попробуйте съездить на Кюрасао. Самый большой из малых Антильских островов, или как их еще называют ABC-острова – Аруба, Бонейра и Кюрасао. Остров Кюрасао – это маленькая копия Голландии, смесь европейской и карибских культур с разнообразными местами для отдыха. Местные жители говорят на голландском, испанском и английском языках, а также на местном языке папиаменту – красочном креольском диалекте. А столица, город Вильямстад, очень живое и красочное место для пеших прогулок. Агентство YYZ Travel на предстоящий праздничный сезон подготовило для вас несколько эксклюзивных предложений. Первое – это поездка в Панаму. На физической карте мира Панама – всего лишь узкий, почти незаметный перешеек между Коста-Рикой и Колумбией, своей формой напоминающий латинскую букву «С». Панама – причудливо изогнутая полоска земли, своеобразный мост, связывающий Центральную Америку с Южной, и Тихий океан с Атлантическим. Панама бесподобна и экзотична от современного Панама-Сити до застывшего во времени индейского архипелага Сан-Блас. Туриста, отдыхающего в этой стране, не покидает чувство чудесного открытия. Панамские джунгли – одна из богатейших экосистем на планете. Более четверти площади Панамы отдана под национальные парки и природные заповедники. Очень интересная индейская культура до испанской эпохи. Одно из племен Нгобе-Багл до сих пор живет в горных районах Панамы, так же, как и 7 веков назад. В Эль-Вая-де-Антон, экологическом заповеднике, расположенном в кратере потухшего вулкана на высоте 600 метров над уровнем моря, можно увидеть самые редкие экземпляры флоры и фауны. Редчайших золотых лягушек, которые являются национальным символом Панамы и предметом гордости ее жителей. Столица Панамской республики – Панама-Сити. Причудливое переплетение небоскребов и утопающих в зелени изысканных особняков, роскошных отелей, казино, ресторанов, банков, ночных клубов. Старинная часть города очаровывает памятниками архитектуры колониального периода и развалинами испанских фортов. Через Панама-Сити проходит знаменитый Панамский канал в
1914 году связавшей Атлантический и Тихий океан. Через крупнейшие в мире шлюзы Мирафлорес проплывают океанские суда. Их тащат 3, а то и 4 пары специальных электровозов. YYZ Travel предлагает поехать на Новый год в гостиницу All Inclusive Rio Playa Blanca, которая расположена в Панаме на побережье Playa Blanca. В гостинице каждый найдет себе развлечение и получит желаемый сервис. В отеле прекрасные рестораны, освежающие бассейны, спортивный зал, развлечения, занятия спортом и танцами, дискотека. Вы сможете насладиться живой музыкой и коктейлем под луной, посетить ночной клуб «Патч». Поездка состоится с 25 декабря по 1 января. Стоимость на человека при двухместном размещении – $1974, включая таксы. Вторая наша поездка – на Тихоокеанское побережье Мексики в Пуэрто-Вайарта. Пуэрто-Вайарта – курортный регион, расположенный вдоль бухты Бандерас, второй по величине бухты в западном полушарии. Впечатляющие скалы Лос-Акрос возвышаются из кристально чистых вод бухты Бандерас, которая является идеальным местом для дайвинга и исследования неповторимых подводных гор и обрывов. Благодаря живописному побережью Тихого океана, красивым природным пейзажам, удивительным тропическим джунглям и величественным горам Сьерра-Мадре, этот курорт за короткое время превратился в одно из важнейших туристических направлений Мексики, где приятно ласкает тихоокеанский бриз, даря чувство расслабления и спокойствия. Пуэрто-Вайарта до сих пор сохранил свой типичный характер с мощенными улицами и оштукатуренными домами с красной черепицей, которые сходятся на площади оружия Plaza de Armas. Самым оживленным местом в городе считается набережная Маликон, которая протянулась вдоль побережья на несколько километров. В ночные часы проводятся яркие шоу с прекрасными танцами, гитарой и огнем. На террасах ресторанов под открытым небом вы можете насладиться эксклюзивной местной кухней штата Халиско, ради которой и приезжают сюда зачастую многие туристы. Курорт Ривьера Найарит, где находится наша вторая гостиница, расположен в штате Найарит, в самом сердце бухты Бандерас, в 10 минутах езды от международного аэропорта Пуэрто-Вайарта. Ривьера Найарит славится красивыми пляжами, бухтами и побережьем, где обитают разнообразные удивительные виды животных и растений. Наряду с отличным пляжным отдыхом вы также можете заняться водными видами спорта, такими как серфинг, снорклинг, плавание под парусом, погружение с аквалангом или плавание с дельфинами. Iberostar Playa Mita – пятизвездочный all-inclusive отель, расположенный в Пунта Мита Ривьера Найарит, предлагает расслабляющую и учитывающую все требования атмосферу. Отель Iberostar Playa Mita удобно расположен в 25 милях от международного аэропорта Пуэрто-Вайарта. Гости будут наслаждаться услугами, предлагаемыми отелем Iberostar Playa Mita, от роскошных номеров до водного парка Splash Park и дискотеки, тренажерным залом, спа и теннисными кортами. Рестораны вдохновляются интернациональной кухней и знаменитыми блюдами мексиканской кухни из даров моря, такими как фрикадельки из креветок, тамалес из креветок и свежевыловленная рыба на гриле. Для гостей, которые хотят оставаться активными и быть в форме, отель предлагает полностью оборудованный спортзал, настольный теннис, водные виды спорта и виндсерфинг. Эта поездка состоится с 26 декабря по 2 января. Стоимость на человека в двухместном номере – $2764, включая налоги. YYZ Travel также предлагает поездку на Атлантическое побережье Мексики в Майн-Ривьеру. Насладитесь великолепным сервисом в Роялтон Ривьера Канкун, пятизвездочном all-inclusive отеле, расположенном в 30 минутах езды от международного аэропорта Канкун с 17 по 24 декабря. Стоимость – $1579 на человека, включая налоги. Выбирайте отдых по душе, а помогут вам в этом опытные агенты YYZ Travel. Звоните по телефону 1-877-999-4768 или заказывайте туры на сайте www.yyztravel.com.